Охуеть. Наоборот, налегке. Вы сегодня собрались встретиться? Конечно, ёпта, мы, блядь, мы по сути как близнецы. Ну. А сколько там мест в машине? Ну, вообще 4, но там 2, я не знаю для кого, блядь. Ну, я знаю для кого, но ты че говорить не буду. Для Илюхи, да? Ну, для Илюхи. Я потому что буду сидеть спереди. Да. Я себе хуя спереди сидеть, у меня же друг не каблук, он девушек вперед. Офигел? Ну, я уже не знаю, Андрей за каблук или нет. Не брат. Ой, он только рассказывает, на самом деле Каролина у него тоже спереди сидит. Нихуя. Конечно, Каролина всегда меня... спереди. Я тебе, бля, буду. Можете не поверить мне на слово. Всегда, Илюха, всегда. Слав, Олег с Каролиной, они канаются за переднее место всегда. Рассказывай, как все происходит. Они выигрывают таким честным образом Каролину. Я такой, Илюх, братик, Илюх, братик. Здорово, давай, давай, перебивай, как школяр, давай, перебей меня, блядь. Давай, давай. Я такой, Илюха, здорово, братанчик, давно не виделись. Такой, да, такой, слышишь, просто, говорит, на ушко мне. Славян говорит, можешь по-братски назад сесть? Каролина просто не любит. Каролина просто не любит, когда, ну, типа, сзади. Да, это было, расскажи. Каролина не, ну, не переваривает. А я вам рассказываю. Пошли мы, значит, в парк. Ну. О, господи, забыл, как называется. ВДНХ. Уже сомневаюсь в правдоподобности истории. Понятно, на ходу сочиняю. Понятно, придумывает. Пошли больше деталей, тогда... больше деталей добавляет. Слава тогда снимал видео, когда у меня прыснул в ебало очистителем. Вот, спереди, Беник сзади сидит, и Катя с мамой сидела. В машине, потом пришла и села тоже назад. Мне въебало прыснули. Потом мы сидим, Слава такой, слушай, Илюх, там Катя спереди будет сидеть. Я такой, понятно, нахуй. Пошел, сел назад, блядь. Не, чел красава, напиздел даже не покраснел. Хотя хуй его знает, вебки-то не видно, блядь.